Перекей вот говорит, три вещи есть. Должен человек помнить, что на тебя смотрят, что все твои дела записываются, снимают на видео, и 120 лет тебе все это покажут. Одним мигом. Все наши дела, все наши поступки, где кого проклинали, где кого ненавидели, где про кого какой лошон ара говорили, все это будет на великих экранах, и нам это все покажут. И все люди, которые находились в нашей жизни, это увидят. Какой стыд, какой позор. Вейгаш. И человек, который подходит к Всевышнему день суда, он должен прийти чистым именем. Тов, шем, тов, мишемин тов. Не имя в этом мире оставить, чтобы тебя хвалили люди. Там, 120 лет, там тебя должны хвалить евреи. Говорят, душа, когда подступает на суду, от страха он забывает свое имя. Ему говорят, как тебя зовут? Он забывает от страха. Из-за этого в иудаизме есть такой секрет. Человек во время тфилат шмуна исра амида, до того, как сказать «Я се шалом алену», когда он заканчивает, он должен сказать пасук от Танаха, на какой буквы начинает свое имя и на какой буквы заканчивает свое имя. Это может быть глава Тейлима, это может быть глава Танаха, на том же букве, как начинается имя человека и на каком букве кончается. От страха мы забываем свое имя, но пасук, главу от Торы, от Танаха, мы не можем забыть. Если мы скажем ту главу, уже в мирах как бы суды легче бывает. И наша последняя, 12 глава, называется «Ве-их-е». И оживет, и ожил, и жил от слова «хай». Вроде бы мы сейчас сказали «мекец», умер. И кто хай? Мы как сказали в начале своего урока, человек не рождается своей датой и никогда не умирает. Мы все знаем, что душа не умирает. Я могу всему народу, даже гоям, доказать вот это одним простым способом. Заметьте, каждый год люди идут на кладбище, приносят цветы, еврейские, гойские свои, как бы, ну, это не это законы приносить это цветы на кладбище. Каждый год вспоминают, люди видят своих мертвых во снах. Кого мы видим? Души. Душа никогда не умирает. Душа, она всегда живая, всегда с нами говорит, приходит нам. Это называется тхият амитим. Еврейская душа, она должна верить, что будет тхият амитим, придет Машиах, и мы станем тхият амитим, и будет вечная жизнь. Человек, который сегодняшний день не верит, что будет тхият амитим, что Машиах придет, какие бы митцвот он ни делал, какие бы тейлим он ни читал, он не станет тхият амитим. Почему? Говорят, когда придет Машиах, ты Тору читал, ты Бога боялся, ты верил, что будет тхият амитим, ты ждал. Вот то, что от нас требуется. Мы должны верить, что недельная глава заканчивается вейхье. Безрат Ашем, Машиах придет, и все мы будем вечно живы. Вечно живы, чтобы мы удостоились, чтобы наши души жили, знаете, как душа живет. И чтобы люди, которые остаются в этом мире, это дети, жена, не знаю, да, кто кого теряет, чтобы у них был покой от нас. Чтобы мы удостоились, без радости, 120 лет, когда придем улама эмет, когда человек умирает, говорят барух даян эмет, мы придем улама эмет, и там у нас должен быть покоя. Без радости, покой души, чтобы душа была спокойная и не бродила по всему вот этому миру. Я всем моим зрителям, всему своему еврейскому народу желаю без раташе, чтобы познать пути Торы, чтобы начали с правильного пути прийти к Всевышнему, с маленького. Есть 12 ступень, потихоньку стройте свой внутренний мир, познайте себя, чтобы в один время, когда вы скажете, что я религиозная, что я дотычная, чтобы никто на улице вас не поломал
никакие взгоды, никакие испытания, чтобы вы через год, полтора, два года бросили косынку, юбку, шаббат, какие-то алахот, которые вы держали, какие-то там и месяц, два, полтора года. Ничего, чтобы вас не ломало. Будьте, чтобы вы были уверены во всех ступенях своей жизни, чтобы мы все достойно дошли до конца своей книги Берешит достойно. Им шем тов, Безрат Ашем. Удачи всем нам.